Шлях до впровадження європейських стандартів у очищенні стічних вод, міжнародна мобільність викладачів та студентів у цій сфері, поглиблення співпраці науки з підприємствами водного профілю – про це та інше. Дивіться сьогодні у програмі. Вже декілька років поспіль 10 університетів з України, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Норвегії беруть участь у міжнародному євразійському проєкті «Водна гармонія». Нині триває другий етап. Власне, його учасники нещодавно відвідали і Черкаси. Це вже друга фаза нашого проєкту. Перша фаза почалася у 2011 році. По 2015 году. Тогда у нас были 6 университетов, включая 3 университета из Украины. И потом вторая фаза началась в 2016 году, оно идет до 2019 году. А сейчас у нас 10 университетов из 7 стран. Головна мета, каже міжнародний експерт з водних проблем, гармонізувати системи вищої освіти і практики викладання в партнерських університетах. Каждая страна имеет свое своеобразное преимущество и есть недостатки, что мы все обсуждаем, у кого какие есть, и потом стараемся сделать общую, лучшую практику. И учебные материалы сделаем, чтобы все могли бы делиться. И студенты приезжают в Норвегию годовые. Каждый год летние курсы бывают, и преподаватели, вот такие встречи, как мы сделаем в Черкассе, мы будем сделать их 10 таких встреч, и каждой встрече мы встречаемся, мы собираемся где-то 25-30 преподавателей и обсуждаем всякие вопросы. Так, перебуваючи у Черкасах, учасники мали змогу відвідати Дніпровську водоочисну станцію, аби на власні очі побачити етапи очищення води і, можливо, запровадити кращі практики в країнах-учасниках. Так, донедавна водоканал використовував сучасні польські коагулянти, але останнім часом і вітчизняний виробник почав пропонувати високу якість за прийнятною ціною. А зайнірування зараз, звісно, вже невозможно, а от те, що робить зараз «Екосос», то, что, так сказать, есть возможность мембранными технологиями очистить питьевую воду, а потом ее, так сказать, добавить определенные минералы для того, чтобы она была действительно питьевой, по-настоящему питьевой. Это очень важно. То есть развивается, значит, вот проблемы водопотопки решаются несколькими путями. Незважаючи на природне та антропогенне навантаження на основне джерело водопостачання міста Черкаси – річку Дніпро, його вода за своїми хімічними показниками є однією з найбільш придатних до вживання після необхідної обробки. Але проблема в тому, що забруднення стоками промислових підприємств річкова вода спочатку проходить кілька етапів очищення, а потім зазнає повторного забруднення у зношених трубах. А почему я говорю о том, что необходимо на каждой кухне? Потому что мы не можем, значит, никак избежать загрязнения воды в настоящее время на трубах, 16-километровых трубах, которые, так сказать, находятся от водоочистной станции до потребителя. За таких умов та ще й з численними можливостями проривів хлорування води, каже професор, чи не єдиний спосіб гарантувати її безпечність для споживача. Ну, здесь вода хлорируется, это, к сожалению, так. И хлорирование дает повышение, значит, содержания хлорпроизводных, или тригалоид метанов, как их называют в настоящее время. Но делается все возможное за счет минимизации хлорирования и за счет аммонизации хлорированной воды. Дает, так сказать, возможность минимизировать воду, активный хлор и минимизировать количество токсичних соединений на вході. Геннадій Столяренко переконаний, потрібно налагодити промислове виробництво, а головне – регенерацію активованого вугілля. Тоді його можна було б використовувати в домашніх умовах для отримання чистої, безпечної води. Я предлагав би, значить, бізнесменам, вже неоднократно говорю об этом, предлагав би, значить, нашому меру і так далі подумати над тим, щоб закупали, значит, активированный уголь, БАО, это березовый активированный уголь, импрегнированный серебром. Каждая хозяйка
не хозяева, а именно хозяйка должна иметь определенный запас активированного угля для того, чтобы детей поить своих из водопровода чистой питьевой водой и не тратить деньги на громадные деньги на покупку современного, так сказать, якобы современного оборудования, которое сейчас стоит во всех магазинах. Обязательно для исполкома, для мэра города было бы важно создать технологию регенерации этого сорбента, для того, чтобы мы получали, раз закупив активированный уголь, получали бы его назад. Вот, в этом сейчас спасение. То есть очистка воды на каждой кухне. Нещодавно студенти ЧДТУ побували в Осло, де здійснювали експерименти щодо озонування води з джерел для цього міста, розповідає Геннадій Столяренко. У Норвегії воду піддають ультрафіолетовому опроміненню, фотообробці та кондиціонуванню. Так, норвежці залучили магістрів-хіміків ЧДТУ до розробки систем озонування при водопідготовці. Звісно, не хотіли б мати допомогу з нашої сторони. Я є спеціалістом по озонуванню. Своє время ходив в десятку сильнейших озонщиков бывшей нашей страны, родины Советского Союза. Так вот, мои знания сейчас пригодятся Норвегии для того, чтобы внедрять озонирование на стадии водоподготовки воды. Очистку они пока не трогают, это очень дорого. Озонирование плюс очистка воды – это очень дорого. И вот мои магистры в Норвегии проводили на очень серьезном оборудовании, проводили исследования и доказали возможность использования не только ультрафиолетового облучения, а также озонирования при водоподготовке города Осло. Как будет дальше развиваться событие, я готов доложить в будущем, но мы хотели бы также, чтобы это как-то отразилось и на качестве нашей воды. У чому ж зиск для Норвегії вкладати колосальні гроші у наукові розробки багатьох країн, відповідають просто. Вони говорять о том, що ті деньги, які поступают, которые, так сказать, появились у них в результате дешевой нефти и добычи ее, они хотели бы вообще-то направить на строительство нового мира, лучшего мира на этой планете. Ну, ответ, конечно, достойный. Если в гармонии воды один, мы работали в основном на повышение качества выпускников, в плане водоподготовки, очистки источных вод, то в этом проекте «Ватер Гармония 2», а также параллельно действующем проекте «Erasmus Plus», который, собственно, финансирует эти оба проекта, и объем финансирования достигает где-то порядка 1 330 000 евро, у нас появились возможности разрабатывать новые технологии и внедрять их в производство. В Черкасском государственном техническом университете на кафедре химичных технологий и водоочищения, заметьте, пожалуйста, мы переименовали свою кафедру, мы разработали несколько технологий, которые дают нам возможность улучшить все то, что происходит в настоящее время на водозаборе, и, понятно, повысить качество той питьевой воды, которую мы пьем, с минимизацией расхода по затратам. Только что выступающий передо мной господин Харша дает возможность нам и в плане повышения качества обучения с той точки зрения, что где-то 40 тысяч евро мы ожидаем поступления в виде приборов, в виде оборудования на кафедру. Это очень важно для будущих выпускников-водников. За час виконання міжнародних проєктів понад 100 студентів пройшли наукове стажування в Норвегії, Польщі, Німеччині, Китаї та Шрі-Ланці. Мета проєкту не змінилася. Учасники продовжують працювати над зміцненням наукових зв'язків. Він нам полезен зі всіх точок зрення. Ви, мабуть, знаєте про те, що в Казахстані, не обіжен природними ресурсами. Там, знаєте, все є. І нефть, і газ, і метал, і золото, і уран. Єдине те, що у нас країна наша маловодна. Поэтому нам все эти водные проблемы, которые в нашем проекте и изучаются, исследуются и учатся наши студенты, они как раз направлены на решение этих водных проблем. Управление водными ресурсами, интегрированное управление водными ресурсами, водоподготовка питьевая. То, что мы сейчас находимся у вас на территории
водозабора, посмотрели вашу технологию. Все это для нас очень важно. Нам нужны молодые специалисты, продвинутые, современные, современные технологии. А этот проект как раз и позволяет нам вот реализовать наши вот эти вот задачи для Казахстана, для казахстанской науки, для казахстанских технологий по очистке воды, по очистке сточных вод, по подготовке воды, по питьевой воде. Поэтому для нас он совсем... И какое мы имеем еще взаимодействие с украинскими вузами, с белорусскими, таджикскими, Молдавия участвует, Киргизия участвует. И этот обмен опытом, и то, что мы проводим наши семинары два раза в году, и как говорим о том, что мы уже сделали, и что планируем сделать, то есть это очень нас обогащает. Поэтому самое главное – это обучить нашу молодежь, чтобы они были на уровне современном, технологическом, научном и культурном, и духовном. Учасники продовжують працювати над удосконаленням навчальних програм, організацією міжнародної мобільності студентів і викладачів, розвитком технічної дослідницької бази університетів, а також поглибленням співпраці з підприємствами водного профілю. Ну, во-первых, ми вже там отучили в Норвегії 12 наших студентів. Это уже большой плюс. То есть ребята перед тем, как поехать в Норвегию, они все должны знать английский язык, или TOEFL сдать, или IELTS. Поэтому жесткий идет отбор. А приезжая, они же делятся тем, что они узнали, что они видели. И поэтому это идет распространение новейших знаний, новейших технологий среди нашей молодежи. Это первое. Второе. Мы международным коллективом авторов написали учебник для вузов, в котором отражены буквально то, что мы смогли объединить. Основную нагрузку несли, конечно, киевские, украинские университеты. И наука о воде, технологические аспекты, оборудование очистных сооружений, расчет и водоснабжение, водоотведение, водоподготовка питьевой воды. В этом учебнике для вуза все отражено. Он годится как и для бакалавриата, так и для магистратуры, так и для PhD-докторантуры. Поэтому при дипломе там и написано, что этот учебник предназначен не только для студентов, но и для специалистов в данной области, которые интересуются новейшими достижениями. Вот уже у нас такие есть результаты. Учасники міжнародного євразійського проекту «Водна гармонія-2» і далі планують розвивати наукове співробітництво у партнерських університетах і залучати до співпраці фахівців державних і приватних організацій та підприємств.